тебя рвет на куски Москва. Да. Друзья в том возрасте, что не звонят просто так. Ага. Когда себя ловишь на мысли, что мог бы продать студии часть, чтоб лезла детская кровать сынка. Когда опыт мешает мечтать, и уже под грубой кожей страх горьких неудач. Когда начал выплачивать кэш за квадрат, потому что свой угол стал важнее пьянок или тачек. Когда уже не будет новых качеств, а лишь привычки, свои стандарты, набор чудачеств и масса масок, которых ты уже не озадачен вопросом о добре и зле и оставленной сдаче. Когда соседи думают, что ты молчун, когда с тобой осталась музыка, но не осталось чувств, и в разговоре в разговорах одноклассников, что не ищу, кому рожать, кому цветы на могилу, кому к врачу. Мы с моей целевой немного разошлись. Они считают, я пишу сам, но мною пишет жизнь. И если эти факты белыми нитками сшить, то выйдет неплохой карман для сказанной лапши. Нам надо лжить, не замечать своих ошибок. Нас научили скромно жить, а умереть быть шиком. Когда тебя забыли, когда слиплись глаза, после всего, что было, надо продолжать писать. Никогда не сдаваться, никогда не сдаваться, никогда не сдаваться, никогда, никогда, никогда. Ага. Очередной уже не помню какой по счету альбом. Песня о монстрах. Я вернулся. Итак, всех приветствую, друзья, всем огромнейший привет, мир, добро, любовь и свет, и всем гребаный мопед, и всем долбанный мопед. Все, сегодня 25 июля, сегодня день рождения моего брата, но брат у меня пока лежит в больнице, что-то там у него там с ухом, горло, носом, ну бывает же такое, бывает. В общем, надо сегодня позвонить ему, сказать, братиш, давай, все нормально, все хорошо, в общем, нам надо поддержать, в конце концов. Почему-то ходить как-то особо не нужно, никакие там не операции, ничего. Но сегодня у брата день рождения. Ему сегодня дофига лет. Он у меня 88-го года рождения, поэтому даже и не знаю, сколько ему лет исполнилось. Давайте попробуем с вами посчитать. Если он 88-го года, а сейчас у нас 2024 год, значит, сколько? Да, наверное, думаю, 36 лет. Наверное, 36 лет. Ну, дофига, да, 36 лет, это прям реально. Это срок, хотя я помню, я в 36 лет был такой молодой, красивый, энергичный. Ехал по Сочи на кабриолете, когда мне было 36 лет. Да, это было 8 лет назад. И снимал для вас то самое. Блин, классные, хорошие были, добрые времена. Да. Ну, а сейчас что? А сейчас то же самое, только вот, ну, как бы так. Как бы так. Ну что, ребят, давайте поздравим брата с днем рождения. С днем рождения! С днем рождения! Все, расти большой, красивый, толстый, красивый, милый и отзывчивый. Все, вот как бы так. Конечно, надо заехать в больницу, как бы посмотреть. Хотя, думаю, ну что там, блин, там не операция, ничего. Ну, положили там что-то там, какую-то там жидкость откачивают. Ну, бывает такое, ну, всякое разное бывает, всякое разное бывает. Ну, что у нас такое? Он интересное и заводное. Да, кстати, многие меня спрашивают, Макс, когда лучше говорит, покупать недвижимость? Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос, да, как эксперт, который в этом кубатуре. Давайте скажу так. Всегда, всю жизнь нужно покупать недвижимость летом, потому что летом у нас не сезон по недвижимости, а продавать всегда нужно осенью, зимой и весной. Даже, и поэтому вот сейчас можно получить хорошее предложение. Вот, например, вчера, да, я своим клиентом нашел за 8 миллионов рублей 34 квадратных метра в жилом комплексе Посейдон, там 8 этаж и так далее. Ну, не взяли, отдали другим. Как бывает такое. Сейчас есть горячее предложение в жилом комплексе Атлантис. 44 квадратных метра, если не ошибаюсь, там за 18 миллионов рублей, что ли. А, блин, там у нас зеленый. Надо же взять ему, закрыть, наверное, да? Сейчас где-нибудь остановимся и закроем ему. А что там у нас такое? Что у нас случилось? Что там у нас случилось, а? Надо же закрыть, да, ему. Мне кажется, там не закрывается.
просто, потому что у него там, там девочка, по барабану, да? В общем, вот хорошая квартирка есть, если не ошибаюсь, до 13800. У меня тоже мои клиенты обращались, но они немножко ступили, и они за эти же деньги купили 37 квадратных метров, а могли взять 45. Ну, ничего страшного, бывает, как бы, люди же бывают, тупят, правильно же, тупят. Я им говорил, я не могу дозвониться до этого человека, говорю, подождите буквально 2-3 дня. Максим, вот нам предложили и так далее, там просто там, ну, как бы на пустом месте как бы их там поимели, как говорится. Ну, ничего страшного в этом нет, ничего страшного в этом нет. Понимаете, просто на пустом месте. Ну, ладно, бывает такое, что сделаешь. Сегодня я поеду все-таки дом сниму. Дом готовый, с ремонтом, все как положено. Да, там нету техники, нету мебели, но дом за 20 миллионов на Красной Поляне. Это же круто, я считаю, очень круто. За 20 миллионов дом на Красной Поляне, я считаю, это просто огонь. Точнее, не огонь, а огонище. Поэтому тоже для вас сегодня покажу. Ну, как Красная Поляна? Красная Поляна на минималках. Не та Красная Поляна, а Красная Поляна, которая вот здесь. Не то, что вы мне там присылаете, я тоже там вчера посмотрел, переслал Жене, говорю, поехал, говорю, покупать себе. Потом по дороге все-таки мне перезвонили, сказали, Макс, ты что? Ты что, говорит, веришь, говорит, в чудеса? Вон, я вчера скинул объявление, да? За 17600. Классный же дом? Классный дом. 255 квадратных метров, 11 соток земли за 17600. Ну, такого дома нет. Но вот 170 квадратных метров дом из клееного бруса я вам сегодня все-таки покажу. Ну, серьезно, покажу вам. Прям реально покажу. О, что, можно... А, и спереди тоже номер нет, сзади номер нет, да? Это, видать, чтобы штраф не приходили. Вот как бы так. Продавать недвижимость, конечно, лучше осенью. Да, кто хочет продать, лучше подождите немножко. А кто хочет купить, сейчас самые лучшие варианты. Вот в Атлантисе, да, хороший вариант я предлагаю. То, что стоит у застройщика 22 миллиона, я вам предлагаю там за 13800, если не ошибаюсь. Ну, как бы надо это, напишите в WhatsApp, я скажу. По Сидоне уже все забронировали. Дом за 20 миллионов, дом 20. Вы покупаете однокомнатную квартиру, к примеру, в Соколе, да, 33 квадратных метра за 20 миллионов, а дом уже с ремонтом, понимаете, на 4,5 сотках земли. Тоже, если такие варианты интересуют, звоните, спрашивайте, хотя я сюда проеду, наверное, сниму и так далее. Короче, сегодня проводил эксперимент, давайте поделюсь. А, нет, не буду делиться, как бы все, вам не интересно, мне тоже. Короче, давайте пробежимся по новостному блоку. Прекрасная новость. Что-то у меня, блин, башка по утрам болит. И я немножко прям не высыпаюсь. Хотя вот в этой ситуации мне жалко больше всего мою жену. Потому что, блин, она вот встает каждые 3 часа, там, каждые 2,5 часа кормит нашего проглотида, которого зовут Ника Максимовна. И, конечно же, как бы я смотрю, прям видно, что такое ощущение, как будто... Не молоко у меня ребенок употребляет, а какой, как будто он все соки с моей жены, как будто вот все соки с моей жены, он просто, она берет просто и высасывает. Вот серьезно говорю, вот такое есть ощущение, что прям реально вот прям все соки. Я смотрю, да, она вроде красивая, молодец, светится все, но я вижу, что она так устала. Я вижу, что она уже, ну как бы, она не высыпается, ничего. И я даже не знаю, как помочь. Блин, сиськи у меня нет для ребенка, как бы переводить его на искусственное питание, не знаю как, ну, не знаю, смотрю, как бы, и все равно, ну, жалко, ну, я понимаю, что я даже, да, не высыпаюсь, ну, представляете себе, вот я не высыпаюсь, представляю, как у жены дела там, ну, конечно же, она тоже не высыпается, тут даже и разговоров не может быть, понимаете? Ладно, посмотрим. Чрезвычайная опасность. МЧС предупредила о высоком риске пожаров в Краснодарском крае. Поэтому будьте аккуратны, будьте бдительны. Блин, подвинься правее, ты что, блин, едешь посередине, ни туда, ни сюда. Задолбай. А, это ЦРВ. У них же ЦРВ головного мозга, если не ошибаюсь. Всегда обычно. Ну, скоро ресторан будет клево готов, да? Классно же? Классно. Громкий ужас. Скорпион тайно проник в частный дом в Сочи. Жильцы дома просто обкукались. Ну, бывает такое. Ну, как говорится, не без этого. Не, как же говорится, даже не без этого. Правильно же? Подойди. Ну, поворотник включай, блин. Ну, если едешь, включай поворотник, блин. Задолбали. Я тому посигналил и тоже уже испугался. На Хундае. Ой, на Хонде ЦРВ.
скажет, блин, злой ей таксист, думает, сейчас всех разнесет. Ну а что, ездите по правилам, ребят, задолбали вы меня уже. Подойдет ли эпоха к концу? Сейсмостанция Сочи находится в шатком положении. Ну, ничего страшного, да что, ну, есть и все. Проезд только для автобусов. Короче, в Сочи УЦУМа заработал шлагбаум. Я не знаю, законы шлагбаум или незаконы, но теперь на Новогинскую мы не можем подъехать, понимаете? Все, теперь вы подъезжаете к улице Советской, где там большая вероятность есть, что как бы вы там просто попадете в пробку на пустом месте и там передеретесь. У меня недавно такое чуть не было. Короче, я там один видеоролик смонтировал, а он у меня нифига не зашел. Классный видеоролик. А я, короче, ну, он мне сохранился из полутора часов, только 30 минут. И, короче, я уже исходники удалил, потом смотрю, блин, там, короче, ну, бывает, когда сохранялся, сохранение было видео, что-то пошло не так. Обидно, конечно, обидно, досадно. Да ладно. Ну, бывает такое. Поэтому другой ролик смонтирую, там, с покатушек. Там были классные покатушки, вам бы, во всяком случае, понравилось. Там как раз была тема адлеровская. Вот реально, я снял там, как бы, что не человек, то тут ходячий негатив. Ну, серьезно говорю. И я это хотел видеоролик опубликовать. Ну, видно, сама природа против того, чтобы я осквернил Адлер. Точнее, люди осквернили Адлер, которые в Адлере живут. Поэтому, исходя из этого, ну, все, как бы не будет там ничего, да? Будет только позитивный контент. Вот этих казахов, думаю, блин, выкладывай, не выкладывай, там просто один мат, там как бы, ну, даже противно даже мне было. Он 13-минутный ролик, ну, не знаю, есть смысл выкладывать или нет. Я просто, вроде, хочется выкладывать больше позитивное, ну, реально позитивное хочется. Ладно, блогеры оскорбили девушек с пышными формами. Да что вы так пишете с пышными формами? Блогеры оскорбили толстых конченых баб. Ну, что вы тут заголовки какие-то? Блогеры оскорбили девушек с пышными формами. Ну, что значит пышные формы? Ну, ребят, ну, что вашим понимателям пышные формы? Не бывает пышные формы у девушек. Девушка бывает стройная, которая ходит в спортзал, которая соблюдает режим, по идее, и так далее. А бывает жирная бабища, понимаете? Бывает жирная бабища. Ну, вот как бы нужно понимать, что как бы пышные формы, нет такой терминологии. Есть понятие худая и стройная и жирная, понимаете? И жирная. Помните, как это, как-то это у нас уже было интервью, там батюшки подходят в пост и говорят, батюшка, то да, говорит, извините, пожалуйста, да-да, слушаю, говорит, вот вы не подскажете, то да-да, говорит, слушаю, говорит, а вот скажите, пожалуйста, то да говори, говорит, уже, говорит, а вот можно, говорит, заниматься любовью? Ну, чем? Он говорит, ну, сексом. Он говорит, понятно, говорит. Сексом, говорит, с девушкой, говорит, в пост. Можно заниматься? Батюшка такой. Можно, говорит, если она не жирная. Вот понимаете, даже батюшка говорит, что жирными нельзя ничего, даже в пост ничего, понимаете? И все. И здесь что сделали? Короче, засняли видео такое, знаете, такое шуточное видео, где толстые такие бабищи. Ходит непонятно в чем. У нас же как у нас? У нас чем толще бабища, тем, соответственно, она там одевается вульгарнее, какие-то платья, какие-то еще что-нибудь. Там, и там начинает там вот это жрать, еще что-нибудь, понимаете? Ну, реально, да, там вот я смотрю вот этот видеоролик там, ну, видеоряд. Ну, реально, как бы со стороны выглядит страшно и прям до блевотни, понимаете? И все. И в итоге что у нас получилось? А у нас получилось... Короче, у нас получилось раскритикованный мир на отдыхающих туристах. Мужчины не постеснялись, как бы справедливо заметить, что внешние данные критиков далеко не эталонные. Алена, Делона, там что-то все. Впрочем, за девушек в большинстве своем вступились другие девушки, а вот мужчины поддержали блогеров. Да, мужчины, они более объективны. Они сказали, ну, классно сделали, поржали, показали все как есть. Ну, реально. А девушки, да вы что? А может, у нее такая генетика? А может, у нее нервный срыв и так далее? Мое отношение, например, по барабану. По барабану. Но я помню, как-то, знаете, я помню, я был в Турции и сделал фотографию. И там, получается, вот такой толстый манекен, ну, в роли девушки. И там, получается, купальник. И я взял и с этим манекеном сфотографировался. И без слов просто взял и выгрузил. О, мне там в комментариях толстые бабы начали писать. Я думал, вы нормальный, а вы ненормальный.
вы как-то, вы зачем вы это опубликовали? А я спрашиваю, а что? Говорю, ну просто мне, я просто в первый раз в жизни увидел, ну, манекен такой большой женщины. Ну, взял и показал, да, там, что трусы там 92 размера. Ну, чисто, ну, как бы, ну, прикольно, прикольно, понимаете? Всегда же манекены худые, красивые, классные, и все. И понеслось. Да вот вы там свои фотографии, хотя я там не подписал ничего, просто у меня есть в Инстаграме фотография, где я на фоне толстого манекена, на котором одеты как бы непонятные трусы, непонятно каких, ну, например, моя жена там, таких как моя жена, таких пятерых месяца. Знаете, есть такие мифы, что вот жена, когда, например, девушка беременна, она набирает и так далее. Вот вам сказать, ребят, сколько у меня жена набрала килограмм за беременность? Вот сказать? А? Ну, серьезно, сказать за беременность, сколько набрала килограмм? Ну, я скажу. Моя жена за беременность набрала 5 килограмм. 5 килограмм. Вот сейчас прошло 2 недели, как она родила. 2 недели и 3 дня, да? Через неделю она вернулась в свой вес, у нее вес 48 килограмм. Вот все, которые джинсы были, да, которые самые... Все на нее подходит, все даже немножко еще даже схуднуло и так далее, да? Само собой, грудь стала больше, все, но как бы, да, как бы, но факт остается фактом. Понимаете? А некоторые из вас там, о, нормально, я же беременна, все. Там смотришь тоже, когда пришли когда с женой, там, и там и нам говорит, девочка, вы куда, говорит, как бы, ну, вам еще, вот когда будете рожать, придете, говорит, как бы, куда вы там к нам на 5 месяце? Она говорит, у меня 9 месяцев, у меня 39 недель. Та такой, да ладно! А там рядышком такая сидит, там жрет круассан такая, да? Да ладно, говорит. Я говорю, а вы на каком месте? А у нас, говорит, 6,5 месяцев уже. Думаю, нифига себе, думаю. Ну, она тоже смотрит на мою жену и смотрит на себя. И в итоге получается, жена родила и через неделю вошла в свой вес. Все. Почему? Потому что, когда была беременна, она не говорила, что все. Все, это карбланш на свинство, буду жрать что угодно и так далее. У нее тоже было своего рода, у нее был режим, там, да, ела витамины, все, там, фрукты и так далее. Не стеснялась ходить пешочком, мне это не говорило, что там все, нужно сидеть возле телевизора на попе ровно и так далее, там, поглощать сладкое, там, упаковками и так далее. Нет, просто вела такой же режим, как у нее было до этого, да. Да, иногда там ночью хотелось что-то поесть, вставала, ничего страшного там не было, понимаете. Ну вот она там за беременность набрала 5 килограмм, после беременности все, даже, говорю, неделю не прошла, она восстановилась, все, у нее там все платья, все это, все подходит, ну, выглядит просто мое почтение, вот как бы так, конечно, поэтому-то и не бояться, а то там, знаете, бывает такое, вот, я не буду рожать, потому что, муж меня потом разлюбит. Ну как он может разлюбить ее? Да не может он разлюбить, как бы, если она себя держит в форме, все нормально, все хорошо, все. А это, говорю, у меня просто как первая жена, да, когда была, она там все, там она там чудила, там, а, то, все. Конечно, там набрала тоже там в разы больше. Здесь немножко по-другому. Ладно, ползем с вами дальше. А то, что там сделали видеоролик, так чисто поржали там, ну ничего страшного нет, ну это нормально, как бы, это нормально. А то у нас культ того, что там, не знаю, там, какой-то культ, что там девушки должно быть много. Так, вы помните? Лучше утонуть в жиру, чем разбиться об маслы. Серьезно, что ли? Да нифига подобное. Это устраивает там толстое шоу толстушек, какая-то красота, это мисс там какой-то, это тоже там мисс там толстая, там не надо это все ничего. В горном кластере Сочи массово закрываются развлекательные объекты. Ну, бывает такое. Ну, как развлекательные? Ну, как бы надо делать ремонт и так далее. Поэтому и закрывается. Горе-отец из Сочи выплатил дочери солидные алименты. Его вразумило уголовное дело. Ну, блин, ребят, надо платить элементы. Алименты, точнее, надо платить. Ну, что, как бы вы должны нести ответственность за то, что вы делали, то, что вы сделали. Другое дело, что есть определенный момент, да, мне тоже вот сейчас говорят, Макс, почему ты до сих пор помогаешь дочери? Вроде дочь уже все, диплом получила, все. Ну, по возможности, я же вижу, что она работает, я же вижу, что она не тунеяется, я же вижу, что она не разгильдяйка. Поэтому, конечно же, ну, как бы, как отец помогаю
Может быть, наступит время, когда она будет мне помогать так же, как я помогаю своим родителям. Это нормально. Как бы. Я же не балую дочку, да? Я же не балую, я же не побежал, я не стал покупать там машину и так далее, да? Потому что, ну, хотя у нас были договоренности, если крас диплом, то пошел бы, купил бы, да, там, не знаю, там, кредит взял бы, там, не знаю, еще что-то, это. Ну, купил бы ей машину. Здесь у нас договоренности есть, я ее не балую, у нас есть четкие понятия, у нас как бы, у нас с дочкой отношения как не папа с дочкой, а как, не знаю, в компании сотрудник с сотрудником, все, нормально, у нас есть четкие задачи, четкие правила, ну, вот, и так вот и живем. Красиво жить не запретишь. Адлер стал самым дорогим пляжным курортом в 2024 году. Это вот для тупых, извините для выражения. Ну, хотя у меня смотрит умная аудитория. Это вот для тупых. Почему? Вот многие, говорю, из вас, особенно москвичи, я же общаюсь с людьми, даже я много заказов сделал. Я сегодня должен сделать, знаете, сколько заказов? Ладно, не буду про эту тему говорить. Вам это не телес, про тему такси. Короче, я же общаюсь. И в том числе, ну, с людьми, там, да, не все снимая на видео, потому что иногда уже просто хочется просто проехать и помолчать, и еще что-то такое посмотреть, там, да, как бы разные ситуации, разные самые это. Так, люди рассуждают так вот, знаете, вот есть Москва, да, третье транспортное кольцо, там дорого, а есть дальше, там, КАД, Замкадыш и так далее, и дальше, чем от Москвы, тем, соответственно, дешевле. И также москвичи рассуждают и так далее. Говорят, вот они приехали в Адлер, да, и спрашивают, почему остановились, там такие суммы. Я говорю, почему Адлер? Говорит, да в Сочи еще дороже. Я говорю, да что, говорю, гоните, что ли, говорю, вы что там, накурились травы, что ли, вы, говорю, шайтаны. Вон, говорю, при мне, говорю, открывайте вон, Сити Парк, та-та-та-та. Они хопсуют, нифига себе, дешевле. И этим пользуются. Адлер на самом деле нифига не дешево. Адлер у нас получается, ну, как бы реально самый дорогой. Чтобы вы понимали, в Адлере летний сезон достигает 11 тысяч, даже гостевые дома, гостевые сараи, потому что люди туда едут, и они думают, нифига себе, если в Адлере 11 тысяч, значит, в Сочи еще дороже. Нет, не еще дороже, понимаете? Ну, в Адлере так сделали, грамотный маркетинг. То же самое, что жилой комплекс «Фрукты». Жилой комплекс говнище редкостное. Ну, серьезно говорю. Просто жопа. Ни парковок нет, ни хрена ничего. Ни до моря нету, ничего нету, понимаете? Но при этом ценник дороже, чем в центре Сочи. Почему? Грамотный маркетинг. Грамотное продвижение. И все. То же самое, что в Адлере. В Адлере отдыхать одно извращение. Ну, серьезно. Там даже сходить-то некуда, понимаете? Вон, мы сколько раз с вами смотрели. Люди, которые живут в Адлере, ездят на пляж на Красный Штурм. Но все равно люди, стадный рефлекс, они туда все равно идут, ползут и тому подобное. И да. Кстати, знаете, что получается? В Сочи средняя стоимость составляет 5,9 тысяч рублей за сутки. В Адлере 11 тысяч. Понимаете? А Брау-Дюрсо 8100, в Ялте 7600. Ну, вы понимаете, что вы можете в Сочи отдохнуть лучше и прожить на эти же деньги, просто там, не знаю, там почти в два раза дольше. Вы понимаете, ребят? Я серьезно говорю, так оно и есть. Почему в Адлере так происходит? Главное, как бы, маркетинг, да? Вон, люди понакупали, а теперь хоп и все. Вон меня тоже сейчас пишут опять вчера. Говорит, Максим, говорит, я, говорит, готов рассмотреть, говорит, обменять жилой комплекс «Фрукты» на равнозначную квартиру в Сочи. Я говорю, что так? Он говорит, я просто в свое время лоханулся. Я говорю, как так? Я, говорит, продал, говорит, квартиру, говорит, в жилом комплексе «Роз-де-Мар», купил в жилом комплексе «Фрукты», думал, что моего ребенка возьмут, там, будет лицей и так далее. А мне сказали, что мой ребенок, говорит, тупой, говорит, сука, говорит. И он, говорит, не может там, говорит, элементарно, говорит, понимаешь, говорит. И поэтому только на коммерческой основе. А на коммерческой основе, говорит, да еще, говорит, сомнительное удовольствие. И по большому счету, говорит, получается, говорит, особо такого. Я, говорит, не увидел, чтобы там прям дети прям действительно были умные, высокоинтеллектуальные и так далее. Ну все, я понял, что вон первая школа, гимназия, говорит, в Сочи, да она, говорит, на голову выше, чем этот всякий президентский лицей и так далее. Хочу обратно вернуться, понимаешь, говорит. Да и люди здесь, говорит, менталитет другой, понимаешь, говорит. У меня, говорит, дочка пообщалась, все равно, говорит, ну как бы сказывается, это все сказывается, понимаете? И все. А то люди там в свое время понапродавали в центре Сочи, побежали в этот фрукты и понимают, а там ловить-то нечего. Ну, это все. И разочарование. А так, да, останавливаться в Сочи в два раза дешевле на аналогичное жилье, чем в Адлере.
Поэтому в Адлере тоже жилье и дорогое. Но в то же время, как только начинается у нас зима, все меняется в противоположную сторону. Вот зимой в Адлере проще останавливаться, дешевле. Понимаете? Ну, если хочется стабильный бизнес, всегда надо брать центр Сочи. Короче, серьезно, это говорю не я, это вот записи, это все, это статьи, это, ну, как бы, исследователи говорят, как бы, ничего мы здесь не придумываем, от себя никакой я вам не говорю, вот как бы так. Короче, в Краснодарском крае чаще оформляют новую семейную ипотеку, чем в других регионах. Ну, конечно, потому что любой нормальный человек хочет всегда переехать в Краснодарский край. Ну, не выстраивается же очередь ехать, там, например, не знаю, на Сахалин там, или еще куда-нибудь. Ну, потому что Краснодарский край, да, от Сочи, это, блин, это то, что никогда не сможет ни один город России. Вот, реально, Сочи – это то. Очередной самострой пойдет под снос в Сочи, незаконно возвели трехэтажное здание. Ну, ничего страшного, бывает. Да, кстати, вы мне скидывали сюжет вчерашний, да, казнить нельзя помиловать, да, как бы, точнее, снести нельзя помиловать, да, снести, да, именно. Посмотрел, ну, ребят, давайте я дам пару комментариев, да, как бы, чтобы вы понимали тоже. Ну, смотрите, вначале показали дома, которые сносят и так далее. Ну, вы возьмите, поставьте паузу, ну, посмотрите, да, почему сносят, да, по логике, почему сносят, ну, там видно, что отступы не соблюдены, ничего не соблюдено. По поводу дома, который у нас находится на улице, которая называется... как это называется? Пластунская, да, которая? Ну, ребят, ну, этот дом до сих пор без документов. Люди-то там... Ни один не сказал, что... Извиняюсь. Ну вот, у меня есть документы, все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Нет, дом стоит, все, но документов до сих пор нет. У них предварительные договора до сих пор, И, конечно, в этом отношении могут смести без проблем. Потом показали, который дом у нас находится на Каспийской, где, в свою очередь, у людей есть право собственности, статус квартиры. Но, ребят, ну там псевдоквартирник, там и дураку было понятно, как бы он его переводили без участия администрации, это псевдоквартирник. А по поводу еще одного дома, который у нас построила компания «Стройдом», где у нас так называемые жилые помещения выделены. Ну, ребят, там тоже есть свои нюансы. Как бы, кто смотрит канал Максима Коломейцева, все эти нюансы прекрасно знает. Поэтому ничего нового я там для себя не нашел, по большому счету. Ну, серьезно говорю, ничего нового для себя не нашел. Но любой человек, даже невооруженным взглядом, может понять, что там, да. Самое интересное, я не знаю, почему там как раз девочка Юля, там, да, почему она не осветила, ну, другие объекты, которые действительно, как бы, несправедливы. Потому что, по большому счету, по пластунке решение справедливое. Ну, серьезно говорю, справедливое. Люди прекрасно понимали, что покупать восьмиэтажный дом там, где разрешение дано на трехэтажный дом и дом, который не имеет документов, это абсурд. По Каспийской, по улице, по трехэтажному дому, тоже там, типа, это у нас статус квартиры, там тоже там два дебила, которые берут там, у нас квартира. Ну, ребят, ну, я скажу так, жилое помещение, которое оформлено, его гораздо тяжелее снести, чем как раз тот самый квартирник, потому что квартирник у нас стоит на арендованной земле. Поэтому, ну, посмотрел сюжет, вроде сюжет есть, как бы обо всем и ни о чем. Я думаю, наверное, тоже надо снять или вам рассказать, объяснить, чтобы вы там тоже. По поводу того, что 800 объектов в Сочи сейчас проходят проверку и под снос, да, и из них 600 это в Адлере, это правдивая информация, там ничего не наврали, да. 600 объектов в Адлере у нас в течение 2 лет, ну, наверное, снесут. Ну, может быть, там если 100 останется, это хорошо. Поэтому на этом фоне в Адлере сейчас есть такое понятие, как дефицит жилья. И, конечно же, нужно понимать, что то жилье, которое законное, да, такие как «Триумф», жилой комплекс «Морская симфония», жилой комплекс «Первый», «Фрукты», «Летняя резиденция», «Урожайный», они, конечно, автоматически становятся выше по цене и так далее, потому что конкурентов нет. Всех конкурентов будет сносить. И на самом деле и зелененькие дома снесут, и те дома снесут, и да-да-да, и те тоже дома снесут. А вот, Максим, что вы не говорите про это? И, потому что я знаю, что его снесут, он висит у него. Как бы. Поэтому, ребят, ничего не останется особо. Безопасное жилье, оно будет стоить дороже.
Да, вот сейчас такая практика, как у нас, отключает, вырубает и так далее. Я сегодня плохо спал, вышел из дома в 7 утра, время уже 8:45, и целый час провел на линии. Хотел посмотреть, что и как. Взял по дороге два заказа эконом, конечно, депрессия, не очень все хорошо. Понял, что эконом нельзя брать, не по таким пределам, потом я вам расскажу. Ну и, соответственно, что у нас получилось? У нас получилось за один час я заработал 1075. Проехал я 20 километров, заработал 1075. Мелочь, как говорится, но приятная. Кстати, мне еще и пришли чаевые. Пришли чаевые 27 рублей 20 копеек. Вот это да, вот так вот. У меня есть такая штука. Смотрите, я хочу этот челлендж сделать. Мне нужно сделать еще 25 заказов. 25 заказов. И я получу 16 тысяч рублей просто так бонус. Мы с женой поговорили. 16 тысяч рублей на дороге не валяется. 16 тысяч рублей. 25 заказов можно сделать вообще легко. Поэтому я сегодня займусь этим. Пока там поеду там в одно место, все это сделаем. Вот как бы так. Все-таки хочется. Хочется, хочется, хочется. Вчера много чем занимался. Ну, вчера так и было. Немножко было скучненько, скучненько, депрессивненько. Ладно, ребят, на этом с вами прощаюсь. Вам всем прекраснейшего настроения. Вам всем добра, бобра и пока.